have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, 8-я серия Дреджа. Пробуем отплыть сегодня подальше. А желательно, может быть, до Лохматой Косы доберемся. Там припарковаться можно, поэтому я немножечко с оптимизмом смотрю на все это дело. Двигателя у нас хватит, чтобы добраться. Так, на табе у нас поручения новые появились. А, поймать тарпона. Ой, блин, зачем я вспомнил про это название из прошлой серии? Не, я понимаю, что это настоящая рыба, все дела, скорее всего. Я не особо разбираюсь в рыбах, но звучит как что-то настоящее. Блин. Давайте на вот этот вот островочек сначала зайдем. Вроде как 9 утра, мы можем себе позволить немножечко осмотреться. Понимаете, в чем прикол? У меня хватает времени на путешествие, но у меня абсолютно не хватает времени на то, чтобы ты куда-то приплыл, и чтобы там еще и порыбачить. Ёпарасоте! Второй мимик. Третья шестеренка, супер, мне нужна четвертая. Погоди, тут что-то важное. Раз оно так помечено. Жетоны какие-то. Пара жетонов, на каждом выбито имя, порядок, номер и адрес. Это что-то явно важное. Мне там не хватало дерева и тряпок, вроде как. Надо будет посмотреть, я уже успел подзабыть. В первую очередь мне там не хватало денег, это я понимаю. Но деньги можно относительно легко добыть. А вот уже 17:45, это печально. Вон там есть причал. Давайте туда. Это очень кстати, потому что иначе... Я надеюсь, там можно еще и рыбку продать. Что пустым приходить очень не хочется. Я не знаю, кстати, что тут в этих водах может водиться. Поэтому очень стрёмно вот так вот рыбачить. О, это похоже на торговку. Может, это она есть? Она же сказала, что она путешествует везде. Ха-ха-ха, да, это она. Спасибо, что ты здесь. А, так, во-первых, все продать. А, во-вторых, трюм. Давай-ка сложим все. Я вот эти жетоны возьму с собой. Потому что мне кажется, что это что-то квестовое. Оно так еще сверкало. К тому же, ну, жетоны явно не тянут на драгоценность. Так, в энциклопедии у нас про кефаль. Кефаль, это, конечно, хорошо. Плавучий док. Трюм. Мы даже недостаточно этих досок поймали. Вот печаль-то, а. Верфь. Листовой металл давай, если у тебя есть, пожалуйста. Спасибо, покупаю. Это было дорого, но оно того стоило, потому что мне нужен этот апгрейд. Еще три тряпки и одно дерево. В принципе, выполнимо. Три тряпки. Хорошо, отдыхаем. По крайней мере, мы можем пока что здесь тусить. Это новая зона, тут должны быть новые какие-то материалы, что-то как-то... Ёлки-палки.
мангровые. Я их не могу ловить. Не-н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 е. До свидания. Я не знаю, кто ты, я не знаю. Блин, оно что, ползет за мной? Блин, они. Вот это весело. Тоже мангровые. Блин, ну там что-то интересное, подожди. Нет, стой. Блин, оно прям ползет за мной. Ну отстань ты, дружище. Эти мангровые. Она от меня отстала? Ага, отстала, блин. Он меня так не видит. Но мне туда, там вот это вот самолетное крушение. Спасибо. Металл на самом деле мне сейчас не так уж и нужен, но давайте возьмем его наперед, потому что последние грейды как-то качать тоже придется, и там понадобится металл. К тому же все-таки есть шанс, что я сейчас шестерню вытащу, а если ее вытащу, мне нужна одна. Последняя шестеренка, у меня будет человеческая удочка, но нет. Я что-то очень интересно. Ствол миномета? Может, это то, что мне надо, а, ребят? Так, это ничего. До свидания. До свидания. Наша встреча была ошибкой. Тоже мангровые, твою за ногу. А мне тут прям делать-то нечего. Иди нафиг. Я в домике. Я пришвартовался. А... Офигеть. Ствол миномета. То есть я смогу себе собрать какое-то оружие из всего этого, а? 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 Прикиньте, если мне реально тут... Пожалуйста, пусть это будет оружие, которым я могу пользоваться. Шаткий понтон. Так, отдыхаем. Ну, эта зона мне пока что не по зубам. Делать тут явно пока что нечем. Мне нужна удочка универсальная, чтобы я мог ловить тут рыбу и... Да и тут монстр, собственно, за мной-то гоняется. Давайте тогда на хребет дьявола плывем. Так, тут самолет, там мимик. Самолетов я собираю какие-то вещи, но когда жетон мне показался просто каким-то там или квестом или что-то такое, то миномет, знаете ли, это может быть что-то очень крутое. Мне до сих пор интересно, что там с квестом по кормлению этих чуваков, то есть выполняю, не выполняю. Я мог бы его выполнить, или я опоздал, или сколько дней на это дается. К сожалению, это, по-моему, нигде не уточняется. А мне хотелось бы так, там какие-то вулканические поверхности. А, тебя тоже кормить. Ярко-красный. Это уже четвертый рыбак. Служи, голос из-под капюшона. Доставь сосуду. Он достает старый свиток, показывает на нем изображен... Конгрио. Так, погоди, это уже четвертый чувак, которого надо кормить. Учитывая, что один скончался. Слышь, чел, я бы на себя так не полагался, то есть...
Из меня кормилец такой себе. Ты не хочешь, чтобы я тебя кормил. Ну, допустим, так. А вон там у нас где-то есть причал. Посмотрим, что за причал. Блин, дайте мне материалы, пожалуйста. Я понимаю, что я рыбу не могу найти. Дайте материалы. Это я возьму. Первый день 1927 года. Что за звук? Не-не-не-не-не, не надо. Еще одно. Это было очень, кстати, подозрительное место для Няри. Черт. А где тут можно пристать? Я не вижу места. Мы, ребят, все почитаем, все пучком, да, но сейчас ночь. Может, туда? Прискорбно, что я долбанулся. Сюда и туда можно приставить. А, не-не-не-не-не. Я пойду туда. Надеюсь, это бродячая, вот этот, торговка. Это выглядит как она, поэтому я очень надеюсь, что это она. Ух. У нее же можно будет и починиться. Тут прям, вот это место прям очень неуютное. Вот эти красные рыбки, мне кажется, тоже ни разу не дружелюбные. Так, я-то рыбу-то не ловил. Не ловил, пофиг. В трюм. У нас ничего нового, к сожалению, не появилось. Ладно. Верфь. Чинимся. На 30 баксов. А, кстати, у нас теперь 5 повреждений. То есть каждый раз с увеличением корпуса мы получаем плюс одну ячеечку. К непотопляемости. Это прям прикольно. Еще один листовый металл у нее появился, но в принципе, наверное, нет. Отдыхаем. Тут с материалами, кстати, вообще туго. Давайте почитаем. Во-первых, в сообщении у нас их. Родной, наконец-то я тебя нашла. Когда ты ушел, внутри меня словно все рухнуло, но сейчас чувствую себя почти целой. Осталось только одно. Выброси меня обратно. А, так, кажется, будто я не чувствовала тепла уже долгие годы. Я не жду, что он мне что-то напишет. Мне просто надо знать, что он временами про меня вспоминает. Несколько следующих строк зачеркнуто. Он должен вернуться. Еще несколько строк с силой зачеркнуты. Я написал ему еще одно письмо. Оно будет последним. 1927-го. Конечно, вчера огласили завещание его матери. Конечно, большая часть имущества отошла ему, но, к моему удивлению, она пожелала, чтобы мне достались ее карманные часы. Так странно. Не скажу, что они мне нравятся, но знаю, как много для него будут значить, если я их приму. Для него будет значить, если я их приму. Не могу отделаться от чувства, что это завуалированный упрек от нее с того света. Очень в ее духе. Может, я однажды опоздал на какое-то мероприятие? Не могу припомнить. Поймай, ага, поймай. Отходим. Ну, тут что-то прям вот очень-очень неуютно. Тут можно ходить за материалами, но тут... Блин, лавировать, не вылавировать. С другой стороны, пока я достаю это все рядом с ней, чтобы я могу быстренько вернуться и припарковаться. Даже так. Но я понимаю, что мне не хватает двух типов удочек. Я не хочу тратить деньги на отдельные их виды.
Так, вон вот то что-то страшненькое там плавает. Не могу, понятно. Это, в принципе, логично. Я чисто за материалами, ребят. Нет, не обращайте на меня внимания. Видите, туда можно заплыть. Они меня будут бить или нет? Пока я рыбачу. Или что они делают, я не пойму. Металл. Они меня замедляют. Почему? Может, они наводят на меня что-то? Без понятия. Но они явно цепляются. Вот мне явно что-то надо. И вот то, что там дышит вот так вот тяжело, мне тоже вот ни разу не нравится. Ты кто? Каменная плитка какая. Очень похоже на какую-то руну, если честно. Ёлки! Вылези, пожалуйста. Загрузить последнее. Это утро было, да? Значит, мне туда пока что рано. Значит, мне туда пока что рано. Потому что приплывает огромная вот эта фиговина, она меня загрызает. А, кстати, первая смерть. Эта плиточка нам дает... Кстати... задание сходу какое-то. Нам нужно что-то, что будет наносить урон, чтобы мы могли разбить вон... я теперь понял, зачем там вот эта каменная преграда, чтобы мы могли потом... О, четвертая деталька. Чтобы мы могли дать по газам и просто свалить от этого чудища. Эта штука у нас будет не для стрельбы по чудищам, эта штука у нас будет для стрельбы по преградам, чтобы сваливать от чудищ. Что, кстати, неплохо. И то же самое у нас будет там, где вон та огромная фиговина обитает. Там тоже можно будет разбить преграду. Да, в общем, нам нужно будет вот это вот оружие. Чем бы оно ни было там. Так. Еще одни очки. А это теперь подозрительно, потому что до этого они были как уникальный предмет, то сейчас... Парусины. Дайте три, пожалуйста. Раз. Два. Как раз она закончилась, но она закончилась относительно вовремя. Можно бы пристать сюда. Может быть, даже переночевать тут. Ты кто? На причале вас встречает человек, он стоит, чуть пригнувшись под пронизывающим ветром и холодными брызгами. Знаменательный день, волны принесли мне нового ученика. Сойди на берег, слабое создание, дай отдыха сталой душе. Я просто плыву мимо. Какой вздор! Твое появление промысел самих глубин. Я взывал, и вот ты здесь. Море ответило мне, близится ритуал очищения, и ты станешь моим преемником. Я слушаю. Испытание начнется немедленно. Скажи, что ищет твоя душа? Счастье, печаль и пустоты. Ну, на самом деле, счастье. А, это лишь отговорка, чтобы не искать чего-то большего. Счастье всегда компромисс по определению. Второй вопрос. Плоть. Чего алчит твоя плоть? Тепла солнца? Но оно ускользает. Остаток твоих дней окутан мрак. Последний вопрос. Чего заслуживает этот мир?
ничего не заслуживает. Именно так. Но он продолжает брать, добывает, собирает, искушает. Однако скоро и он, и мир поймет, что забрал непомерно много, и теперь уже слишком поздно. Испытание завершено. Тебе еще многое предстоит понять, но со временем ты обретешь нужные знания. Итак, посвященный под моим началом, ты станешь вестником очищения, как когда-то я сам. На горах, там, позади, пляшет вечное пламя. Но каменные очаги трех божеств холодны и пусты. Отыщи три языка неугасимого пламени на утесах, за ними и зажги тигли. Мигли, блин. Отправляйся к святым, к святыням пучины. Я отмечу их на карте. Они подскажут, что делать дальше. Я же сообщил тебе достаточно. Я переночевать так-то хотел. Сюда нужно будет прийти позже. Это задание под эту зону, да, но... Зажечь, ага. Зажигай. Так. Статуи. Левую давайте осмотрим. Статуи держат каменный тигель. Понятно. Нужно будет три этих тигеля принести сюда. Фанатик каменной колонны. На каменных колоннах храма сохранились древние изображения, надписи. Какое изображение? Туча мелких существ. На камне высечен косяк рыбешек, окруживших лодку. Прожорливые дети, поодиночке, каждое ничего, вместе они призывают ее. Можно разобрать еще одну надпись, грубо нацарапанную ниже. Если схватят, все, сожги всех дотла. На каменных колоннах, да, надписи, безглазая тварь. На камне высечена большая рыба с перечеркнутым крест-накрест глазами, незрячая мать, когда... Детям не утолить голод, приходит она. Можно разобрать еще одну надпись. Слепа, но находит своих детей на слух. Избегать любой ценой. Так, погодите. Это, скорее всего, то, что меня сожрало. Мелкие приходят и наводят большую, да. На камне... Так. А третье? Подводный источник. Угу. Спасительное дыхание сжигает тех, кто желает вреда. Остаются лишь невинные. Можно разобрать счет. Но надпись ниже. Защита. Следуй за магмой. Найди их. Это, скорее всего, три тигли и три охраны этих тиглей. Одну из них я там вытащил случайно. Но мне не удалось уйти с ней. Отдохнуть. Отходим потихонечку отсюда. В принципе, понятно, что да как, сюда нужно будет вернуться. Не пойду я сейчас к ней. Давайте еще вот эти островочки быстренько глянем. Нам теперь не хватает денег, причем очень жестко. Нам будет порыбачить. Сейчас мы возьмем себе универсальную удочку. Нам вроде как хватает уже 4 поинта. Так. Вот это вот я уже смотрел, мы как раз с вами. Что за звук, как будто в унитаз воду спускает? Что это такое? Ладно. Тигли-мигли, блин. Я могу это рыбачить? Могу. Но черт, мне надо было оставить груз. Фиг ли я его с собой-то потащил? Дурашлепство. Еще одно я могу вытащить. Ладно, поехали. А где маяк-то, кстати? Там? Да, точно. Поехали в соль, потому что она по центру. Нам оттуда будет удобнее всего. Сейчас немножечко прокачаемся. Немножечко надо будет, наверное, погриндить. Я схожу за кадром. Наберу деньжат. В принципе, мы подходим уже к тому моменту, когда можно прям начинать делать большие задания. Мы побывали на всех больших точках. У нас относительно неплохо раскачан кораблик. Мы сейчас... возьмем себе универсальную удочку, что тоже хорошо. Единственное, что меня смущает, я бы хотел себе мортиру вот эту вот
А если такая молния по мне ударит, вы чё? Так. Давайте в малые соли заглянем. К торговцу. Продать украшения. Очки за 22 бакса. Все равно купил. Так, в трем, в трем. Трем-торем. Вот это мне надо. Раз, два, три, четыре. А ты кто у нас такой? 132%! 82%. Ага, то есть это у нас прибрежные, мелководные, мангровые и вулканные. Это у нас океанские. Тут океанские и прибрежные, и мелководные. То есть вместо вот этой лебедки можно будет поставить вот эту установку. Она будет также давать против, ну, прибрежные, мелководные. Мангровые прибрежные, вулкановые прибрежные. Короче, оно немножечко пересекается друг с другом, но в принципе ладно. Кстати, а докер побледнел немножечко. По-моему, не то съел. Докер стоит на краю причала, не сводя глаз с воды, в явном ужасе. Что-то там в глубине просто парализовало его. Что такое? Он молча смотрит вперед. Вы стоите с ним какое-то время, временами с его тела сотрясает дрожь, а дыхание учащается. Остаться с ним. Он напрягается, сжимая кулаки и зажмурившись, по его щеке скатывается слеза. Остаться с ним. Его тело внезапно обмякает, и глаза вновь открываются. Они мутные и безжизненные. Он влажно хрипит, словно эта жидкость попала ему в легкие. Капля темной слизи падает с его уха на причал, скатывается в щель между досками и исчезает в воде. Что это было? Его подергивающаяся голова чуть поворачивается в вашу сторону, дыхание становится все тяжелее от злости, и вы пятитесь назад. Он так и остается стоять на причале. Энциклопедия. Ага. Так. Так. Ну пофиг, значит очки можно продавать. Отходим. Да зачем? Ну я ж... Блин, ну... Это было сейчас печально. Просто на ровном месте. 30 баксов, блин. Попробую кальмарами компенсировать. Так, 20.07. Вот вас еще можно половить. Блин, а там можно было хорошего поймать. Да хорош. Да ну бесит. Так, кальмары. Папито. Все, мне хватит. Пойдем сдадим это все. Ну что, денежка понадобится, я еще тридцатку в никуда сейчас выкинул, обидно. Тоска, печаль. Так, рыбец торговый. Почти штука. Ну штука это в нашем случае уже не особо много. Сухой док. Эй, док, ты сухой? Так. Так. И даже вот так. А вот так. Будет вообще офигенно. Мне нужно 1500. Давайте я немножечко сейчас подфармлю. И мы с вами вернемся. Я пока что, кстати, починюсь, наверное. Ну что ж, ребятушки, мы вроде как накопили. К тому же я нашел еще одну детальку, но в данном случае одна деталька уже ничего не решает. Идем в сухой док.
сделать себе новый корпус за 1500 штуки. Hull Advanced. Получена ачивочка. Дополнительные ачивки. Так. Что у нас по трюму? Ну, это как бы я размечтался, чтобы у меня с первого раза на что-то взяло и хватило, да? Две деревяшки не хватает. О-о-о-о-о-о-о. Ну, тут, кстати, все не так плохо. Тут нужны железки, дерево. Ну, с этим, кстати, все просто. Так. Ну, то есть, а на лампочку две железки, три дерева. А сколько у меня дерева было изначально? Одно? Да. Я мог бы это, на самом деле, прокачать, если бы у меня сразу все было бы, но... Ладно. Слушайте, стало на самом деле неплохо. Стало на самом деле неплохо. Мне расширение двигателя даст еще две ячейки сюда. Почему? А как мне потом сюда вот расшириться, интересно? Ну хорошо. Ловить мы можем теперь абсолютно все. Я взял нужную мне удочку. Давайте тогда отплываем. И так, по этому, что я нашел. Я в энциклопедии нашел вот такую вот электрического группера мутированного. Вроде как все. Так, ну что ж, по карте. В штормовых скалах. Шаткий понтон, лохматая коса. Давайте на еще раз на исследовательскую базу рванем. Мы там были один раз, но мы там надолго не задержались. Мне немножечко материалов добавить. Блин, там прям что-то страшное было на исследовательской базе. А вот это вот я исследовал, нет? Давайте мы собираем. Потому что по материалу... А, кстати, мне же, по-моему, больше не придется тогда покупать листовой металл. Это прикольно. Спасибо. Потому что это было дорого. Вроде как дальнейшего ультимативного улучшения я не видел. То есть мы прокачаем вот эти 4. И мы в шоколаде. Металл. О, а это мы, получается, сейчас сможем одну штучку... Ай, блин, больно. Одну штучку мы сможем качнуть. Да, у нас хватит дерева, хватит металла. Как всегда, затык будет у нас, получается, в этом, в парусине, который всегда мало почему-то. Все, насобирали. А, блин, карта. Давайте дуем на исследовательскую базу. Переночуем там. Не то, чтобы я прям хотел это делать. Там, по сути, творится какая-то дичь. Но давайте рискнем. В смысле, я не могу... Как я не могу это поднять? У меня есть все, чтобы... Мне нету для глубинных. Ага, прибрежные, мелководные, океанские. Это океанские. Мне еще нужно оборудование для глубинных. Окей, окей, понял, хорошо. Получается, сейчас это единственная лока, которая мне недоступна. Да, я сюда сунулся, отлично. Давайте тут переночуем. Может быть, на следующий день опять соберем какие-то материалы. Так, удочки. Глубинные, вулканические, мелководные, мангровые. Прибрежные мангровые вулканы, мелководные. Прибрежные мелководные, океанские. Угу. Океанский. А где глубинные-то? Ага, вот для глуб... А открыть я его не могу. Глубинные, пучинные, океанские. А еще и пучинные. Значит, не все так универсально, как мне хотелось бы. Так, генератор. Я не могу его как-то... Лаборатория.
Тут я уже все сделал, новых опций у нас не появилось. Ну тогда отдыхаем. Я такой, да, у нас уже все есть, ага, нифига. Давайте немножечко тут, как не рыбу, так просто хотя бы посмотрим, что тут есть. На рыбу тогда сразу не обращаем внимания. О, вон там что-то. А, тут торговка. Она тут тоже появляется. Я просто чуть-чуть до нее не доплыл в прошлый раз. А. Хорошо. Тогда идем в док сразу же. Вот это мы можем себе качнуть. У меня даже 200 баксов найдется. Я себе лишний фонарик поставлю. Так. Тут у нас четвертая железка на. Две деревяшки. Тут еще две деревяшки надо. Ну и тут до задницы. Короче, две деревяшки, четыре деревяшки надо. Лампочку я потом прицеплю, я пока сделал для нее место. Я пока тут поплаваю немножечко, может быть, что-то соберу. Может, кстати, и порыбачу. Так, вот сам. Раз у нее тут можно ночевать, не только на той заброшенной базе, а прям у нее тут можно ночевать, это хорошо. К следующему разу выходит, что нам нужно идти уже именно по большим квестам. Мы наконец-то до них доросли. У нас вроде как хватает движка, у нас более-менее хватает удочек. Хотя здесь мы до сих пор рыбачить не можем. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ёлки! Тут ты твою колотилку. О, поселение. Погодите, вот этого я не видел. Это мост можно разбить, да? Будет. Можно. Кстати, рыбы теперь жевать не переживать. О-хо-хо, кровавый луциан. Угу. Ай. Знаете что? В опциях можно отключить вот эту вот мини-игру, просто чтобы рыба сама ловилась. Там написано, это будет происходить немножко дольше, но вам не придется кликать. То есть это будет однокликовая такая штучка. Да, мне чтобы туда попасть, мне нужно собрать доски. Собрать вот этот миномет или что бы там ни было. Там собака, немножко там есть люди? Или это просто собака там живет дикая? Ой, деталька, спасибо. Это важно. Да, блин, только две. А, тут, в принципе, их нормально накидано. Еще одна деталька, спасибо. Но на что-то дохватит, это точно. Еще, ой, спасибо. Вот где они все были все это время. Честно говоря, интересен будет еще также процесс игры, когда не нужно будет больше собирать эти материалы, а мы, напомню, приближаемся к этому процессу. Ой, тут парусин. Погодите, а мне тут, получается, на все может хватить? Я всю ночь проловил. А, так, это сюда. Это сюда. Росинку забрать святое. По крайней мере, сейчас день. Но у меня усталость начинается, начинает накапливаться. А там металл, да?
тут прям много всего. А погодите, это не металл. Это еще одна деталька. Офигеть, сколько мы тут набрались. Вот это спасибо. Вот за вот это спасибо. Причалить я тут... Это... Нет, камень тихо гудит. Я думал, это еще один мимик. Положить руку не отвечает. В принципе, совсем не зря мы сюда смотались. Смотрите, сколько набрали. Мы сейчас попробуем... У меня денег, правда, нету, чтобы все это качнуть. Но это на самом деле не проблема. Что мы после этого свалим в ту локацию, где мы можем ловить рыбу. Вот. И прям будет неплохо. Так. Раз. Два. Тут все готово. Три. Четыре. Тут все готово. Осталось вот это. Самое ресурсоемкое, что называется. Так. А мне на него хватает парусины полностью. Теперь нужно еще 4 доски и 4 металла. Это много, да, но это реально. Теперь давайте рыбный рынок. Эта рыба всего лишь сотню стоит. Так. Что мы можем за 4 качнуть? Вот эту штуку можем качнуть за 5. О, это печально, что ее можно качнуть аж за целых 5, с одной стороны. С другой стороны, у нас вроде как места пока что нету, куда поставить эту фигню. Но мы сейчас прокачаем себе место. Для промышленной, блин, ловли. Так, каюта. В энциклопедии нам попался вот этот кровавый луцан. Давайте отчаливаем. Я сейчас съезжу на ваших глазах пока что. Съезжу туда, где я могу лутаться. Потом я, наверное, нажму на паузу, немножко полутаюсь. Я хочу просто до конца серии прокачать, что можно. А, стой, стой. А, нет, это камень, нормально. Я думаю, там можно еще что-то узнать интересненькое. Так, разбившиеся самолеты, пыльный понтон. Да, мне в ту сторону. Давайте по пути вот эти островочки осмотрим. Мы уже второй день не спим. Черт, я приехал, поторговался, спать не пошел. Я подзабил немножечко, к сожалению. О, сокровище. Дупло, ну такое. Не, на самом деле деньги это деньги. Деньги это всегда деньги, это хорошо. Просто сокровища можно только в соли продавать. Вот этого беднягу надо было еще кормить. Я забыл про него совсем. Да. Ты тут не умер случайно? Что-то не так. Это некто в капюшоне сутулился, пыл его барахлан яростно. Пол, какое-то время вы наблюдаете, уходите. Поручение выполнено. Почему оно мне считается как выполнено, если я уже второго чувака голодом заморил? Я же его не выполнил вообще ни разу. Так, мне же сюда. Сюда. То есть, да, видимо, когда ты слишком долго к ним не приезжаешь, то они дохнут с голода. Это явно не то, что задумывалось автором. Блин, там сумасшествие идет. Безумие. Осторожно, не убейся. Хоть немножечко вечерней рыбки половлю. Так. Ну-ка, вроде. Наверное, надо продаться, отдохнуть до утра. На акулах, на марлинах прям хорошо рыбачится, особенно сейчас, когда есть большой трюм. И прям дофига их можно запихать. Давай на рыбный рынок. Угу.
400, кстати, 400 баксов мы можем уже что-то... Это не то. Плавучий док. За 400 баксов мы уже можем вот за 350 прокачать вот это. Две ячейки для двигателя, дополнительная ячейка. Две дополнительные ячейки. О, вот это уже весело. Так, ты у нас стоишь 300 баксов, и ты готов. Стойте, ребят, минутку. Гляньте, я кровавую акулу вытащил, мутанта. Офигенно. Гляньте, вот этот улов на 603 бакса. Офигенно. Так, мы можем... Не то мы можем. Можем практически все, но не то. Вот это за 300 баксов можем купить. Это нам будет стоить еще 600, но тут у нас жестко не хватает материалов. Я хочу теперь глянуть другое. У меня открылись еще две ячейки для двигателей. Что я могу сделать? Мне добавят... Так, 270. Я могу нацепить два вот таких вот, которые дают по 36. Но давайте легко посчитаем. 4. Этот я улучшить не могу, никак не могу. 4 вот таких мне будут давать... минус 2, 38. Один такой дает 36,8. То есть на 1,2 меньше. Мне даже выгоднее будет чисто вот этими вот закинуться. Жалко, что они продаются по одному. Вот. Но поплавать и закинуться чисто вот этими маленькими двигателями, мы сможем поднять скорость выше 100 узлов. Я понимаю, что это нереально, но в игре это так. К тому же фонарик. Они так расположены? Никак. 162. Тогда подождите еще минутку, ребят. Получается, что мы себе поставили все маленькие двигатели. Я вот думаю вот этот вот заменить. Я не знаю, насколько это будет рентабельно. Потому что я получу прирост примерно в 5... узлов, хотя в 5 узлов это тоже тема. Я не знаю, как это будет по деньгам. Во-первых, во-вторых, вот эти вот движки туда-сюда менять их немножечко морочно, потому что он есть один, надо отплывать, надо возвращаться. А, да, лампочку я себе еще не прикупил. 750, да, давайте дополнительную закину себе. Light up the night. Освети ночь. Это у нас получается максимальное количество лампочек, которые мы можем себе... Ой, у меня 5 их. А когда у меня их стало 5? Я не заметил. Я думал, у меня их 4. Подожди. Я могу себе вот эту штуку скрафтить. Я был уверен, что у них 4. И почем она теперь? В корабельном. 720. В принципе, да. Ну подожди, чего я там пытаюсь добавить себе ячеек пытаюсь, потому что вот эти я сделал, модифицирую две ячейки для удочек. Ну поставлю я себе этот станок. Это у меня для океанских. А, это оно заменяет океанские, прибрежные, мелководные, то есть это у меня чисто для океанских. А я куплю себе большой, который будет брать и океанские, и прибрежные, и мелководные. Да? Да. Стой, оно скорость 55, оно мне скорость очень хорошо подымет. Но дело в том, что... Что? Прибрежные, мелководные. Мангровые. Так, давай спать. Все, ребятушки, тогда будем уже заниматься этим в следующей серии. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем лучших. Всем покеда.